Инноваторы Тверской области могут получить 500 тысяч рублей. В регионе начался прием заявок на грантовый конкурс «Умник» Фонда содействия инновациям. А наш корреспондент встретилась с победителем прошлого года Вадимом Данякиным, аспирантом из Тверского государственного технического университета, и узнала, как ему помог грант для дальнейшего развития идеи. Аспирант Вадим Данякин разработал строительный материал для гипсовых плит, который применяется для производства фальш-полов. Его особенность в том, что в состав входят отходы промышленного производства. В состав входит гипс, как основополагающий, и техногенные добавки, ну и, соответственно, пластификаторы и ускоритель твердения. Разработка нацелена на импортозамещение. Гипсовая плита обладает высокими физико-механическими характеристиками. Она не горючая, обладает акустическим эффектом, имеет малый вес и способна выдерживать высокие нагрузки. За счет того, что используем свою композиционную смесь, разработанную, прочность увеличивается по сравнению с заводскими изделиями. Под ним можно проводить коммуникации, и он разделяет два уровня, так скажем, технический уровень и общий объем того или иного помещения. Это сделано для того, чтобы не допускать возгорания дорогостоящего оборудования, которое стоит над технической зоной. Сейчас проводятся все необходимые исследования для того, чтобы в последующем подать заявку на патент. Разработкой уже заинтересовались некоторые предприятия Тверской области. Помощь со сбором документации и оформлением заявки на грантовый конкурс «Умник» оказывает Центр «Мой бизнес» Тверской области, который является региональным представителем Фонда содействия инновациям и работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Подать могут молодые люди от 18 до 30 лет. Конкурс проходит в 3 этапа. В начальном этапе оценивается научная составляющая конкурса, потом идет независимая экспертиза и финал, который состоится у нас 2 ноября в центре «Мой бизнес». 6 направлений в конкурсе – это цифровые технологии, новые приборы, новые технологии, биомедицина и биотехнологии, и последнее – это ресурсосберегающая область. Поддержка развития потенциала молодежи, содействие в реализации молодежных инициатив – одни из приоритетных направлений для Тверского региона. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям. Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Победители конкурса «Умник» смогут получить грант в размере до 500 тысяч рублей на проведение научно-исследовательских работ. Прием заявок стартовал и продлится до 15 октября.